Всем привет! Меня зовут Татьяна Елисеева, я партнер компании «Сибирское здоровье», и сегодня я вам хотела бы рассказать про такой продукт, как ИПАМ. У нас в компании есть целая линейка ИПАМов, но сегодня я хотела бы остановиться вот на этом. Это 11-й ИПАМ, он идет как желудочно-кишечный. В составе идет пчелиное маточное молочко, травки и прополис. Он жидкий, применяем его под язык. Можно его давать деткам с рождения. ИПАМ 11 нормализует работу желудочно-кишечного тракта, снимает спазмы, вздутие и дискомфортное состояние по желудку и по кишечнику. Очень хорошо обезболивает, хорошо справляется с изжогой. Все мы знаем, что наш иммунитет живет в кишечнике. И вот неправильная работа желудочно-кишечной системы вообще приводит к тому, что в организме не выводятся шлаки и токсины, и от этого падает иммунитет. А вот как раз в этом продукте содержится такой комплекс, который хорошо повышает иммунитет. Он дает защиту против вирусов и бактерий. Также ИПАМ способствует заживлению слизистой и хорошо справляется с язвой и с гастритом. Оказывает этот продукт мягкое мочегонное, слабительное действие, антимикробное, противовирусное и также противовоспалительное действие. Взрослым даем по 10 капель под язык, а деткам с рождения мы даем по одной капле на год жизни ребенка. Друзья, кому интересна эта продукция, кто хотел бы попробовать, можно заказывать эту продукцию с выгодой, то есть с кэшбэком до 15%. Для этого нужна лишь карта клиента. Чтобы оформить такую карту, переходите внизу под видео, есть ссылки, и оформляйте себе такую карту. Если у вас что-то не получается, либо вы не умеете, напишите, пожалуйста, мне, я вам обязательно помогу с этим. Все, всем пока-пока и здоровья всем!